Одного поймали, как всегда, когда он нужен, его нет. Веди, садись сюда и не двигайся. Пока я здесь буду шефом, раз шеф где-то гуляет. Неплохо я тут смотрюсь. Это перебор. Пока его нет, можно. Все равно после этого дела меня повысят по службе. Ну что ж, признавайся потихоньку. Откуда у тебя пушка, Дед Мороз? У кого ты ее стащил? Ален, ну хочет указать адрес. Самый полный? Если упустишь какую-нибудь деталь, мы поможем тебе вспомнить. Все понял. Вернемся к оружию. У каждой пушки есть номер. Нужно только шлепнуть по клавише компьютера, чтобы узнать имя идиота, у которого ты эту игрушку умыкнул. Ну и ну. Он спер его у Жебера. Ты посмотри сам. Ты спер пушку у нашего любимого комиссара. Тебе это известно? Да? Выкладывай подробности. Ален. Если мы хотим получить информацию, надо скотч сперва снять. Так он быстрее разговорится. Эмильен. Комиссар? Я на минутку. Почему вы в такой форме, комиссар? Это моя работа, Эмильен. Я вырядился Дедом Морозом, чтобы легче было внедриться в банду, а вы поломали мне всю игру. Извините меня, шеф. Почему вы молчали? Мы бы все оделись, как вы. Потому что мне хотелось потихоньку, в одиночку, внедриться в эту шайку. Но вам, дорогой Эмильен, я непременно выдам костюмчик. Со свистком, шлемом и всем необходимым. Будете на перекрестке выступать. Освободите меня, чтоб я вас придушил. Мигом, шеф. Черт, ключ от наручников остался у Алена. Быстро, у меня лопается терпение. 5 минут, шеф. 5 минут. Вы не комиссар Жибер? Нет, еще пока. Пока я еще не, в смысле, не комиссар. А Жибером мне вообще не быть, вообще. Я имею в виду, что меня зовут не Жибер. Я начинаю нервничать. Бегу, шеф. Вы, видимо, комиссар Жибер? Вы угадали. Могу быть вам полезен чем-нибудь? Доброе утро. Меня зовут Киу. Киу, изумительно. Какое изумительное и неповторимое имя. И вы просто изумительны. Вы китаянка? А, точно. Мамина половинка во мне китайская и швейцарская папина. Мне довелось побывать в Швейцарии. Я журналистка. Работаю в журнале World International. Я делаю репортаж о французской полиции. Я спросила, кто самый выдающийся комиссар, и мне назвали именно вас. Ну, если говорить о моем росте, то я действительно выдающийся. Такого в полиции больше нет. Да, это удивительно. Да? Верите? По утрам, глядя на себя в зеркало, я тоже всегда удивляюсь. Можно мне прилепиться к вам на несколько деньков? Прилепитесь хоть на всю оставшуюся жизнь. Я имею в виду, что готов вам помогать. По-моему, я и сам уже успел к вам прилепиться. Благодарю вас. Приступим. Я весь ваш. Благодарю. Не за что. Почему вы сидите в своем кабинете в костюме Деда Мороза? А? Ах да, точно. Это мне пришлось маскироваться. Мы ловим бандитов, которые переодеваются в Дедов Морозов. И вот, чтобы проникнуть в их банду, мы придумали этот трюк. Наручники зачем? Я не понимаю, откуда они взялись. Еще вопросы?